Писами Твоими Слово Божие изъяснил Иси, и всем верным путь ко спасению указал Иси. Моли Христа Бога, спасися душам нашим, моя от гробовицы.
дом Захарина целовали совет, и быстрях услышали совет целование Марино, сыграйся младенец в чреве я, и исполнися Духа Святый ли совет, ибо запи глазом верим и лече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да приди мать Господа моего ко мне, сего якобы с глаз целование твоего во уши моею, сыграйся младенец с радостями во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголами от Господа, величи Мариам, величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спаси мое, яко призри до смирения рабы своя, себо отныне ублажат мне все роди, яко сотвори мне величий сильный и свято имя его. Либы же Мариам с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Святая Владычица Богородицы, Царица Небеси и Земли, Высшая Ангел Архангел, все твари честнейшая, чистая Дева Мария, миру благая помощница, и всем людям утверждение, и во всяких нуждах избавления, призывай ныне, Госпоже, всемилостивая на рабы Твоя, Тебе умиленной душе и сокрушенным сердцем молящейся, со слезами Тебе припадающей, поклоняющейся пречистому церковоносному образу Твоему, и помощи заступления Твоего просящей, о всемилостивая и премилосердная Дева Богородица Чистая, возри, Госпожа, на люди Твоя, мы погрешные, и им умные помощи разве Тебе, и от Тебе росшегося Христа Бога нашего, Ты еси заступница и предстательница наша, Ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сиром прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселье, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Его ради, Богоматерь, к Тебе прибегаем, и на Твой пречистый образ предвечный на руку Твоей одержимым младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающим, умиленные перед Тебе приносим и пьем. Помилуй нас, Мать Божия, и прошение наше исполни, вся бы суть возможных ходатайств Твоему, яко Тебе слава подобает ныне присно, и во веки веков.